план, все выстроить, вот так вот все. Да ладно, на самом деле меня это очень веселит, особенно мою семью алкашей, это безумно развеселило, вот. Но, честно говоря, я думала, будет какая-то поинтереснее история. Спасибо тебе, моя хорошая, за поддержку, но, думаю, такие никому не интересные, добрые, порядочные, красивые. Поэтому полностью согласна с тобой. Я не знаю, откуда взяли это все, там мне прислали. Вот. Ну да, типа про меня, про мою семью. Честно, мне это очень сильно все забавляет, это смешно и весело, но когда затрагивает семью, особенно родителей, ну, мне кажется, это очень низкая глупо. Идет, все. А самое главное, что мои родители знают, кто я, какая я, что я могу сделать, чего я в жизни никогда не сделаю. И на любую провокацию, даже если кто-то моим родителям позвонит и скажет, что ваша дочь такая-сякая, они никогда на это не пойдут. Статья это действительно частично правда, потому что сестра у меня действительно порядочная, хорошая, но мы с ней общаемся, ребят. Мы с ней в последнее время даже жили вместе. Надо научиться нормально, наверное, на это реагировать. Спасибо большое, мне очень приятно.